Зачастую носители этого имени становятся состоятельными людьми благодаря своим оригинальным и смелым проектам. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Обладатели имени с буквой «Э» отличаются умением находить самый быстрый и легкий путь к поставленной цели. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Буква «Э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Они мало интересуются делам окружающих, больше концентрируясь на своих собственных. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Этим людям следует избегать мрачных, темных оттенков. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.